По статистике, сегодня каждый второй не доживет до 50 лет. И библейские 700-800 лет превратились в скромные 70-80, а половина не дотягивает и до 50. Вы хотите жить дольше и лучше? Я перешагнул уже этот рубеж, подскажу, как это сделать правильно и вам. Потому что большинство из вас имеет смутное представление о 5 основных компонентах, от которых зависит ваше здоровье. Это правильное дыхание, питание, употребление воды, движение и мышление. В комплексе это крепкое, мощное здоровье и надежный иммунитет. По отдельности, вход в болезнь с разных сторон. На моем канале вы можете найти сотни видео на эти темы. Я врач, имеющий системный подход к сохранению и укреплению здоровья. Я подскажу вам, как сделать это правильно. Как использовать эти 5 компонентов, чтобы быть здоровым, счастливым и достичь активного долголетия. И чтобы не развилось любое из 30 тысяч известных на сегодня заболеваний. Как с помощью правильного питания и различных систем вы будете укреплять свое здоровье. И чтобы вы правильно использовали сухое голодание, голодание лечебное, солнцеедение, сыроедение, соколечение, веганство, жесткое вегетарианство, младое вегетарианство, питание смешанной пищей, тогда вы узнаете, что оказывается сахарный диабет второго типа излечим. Аутоиммунные заболевания, тромбоцитопения, псориаз, тиреоидит излечимы. Рак предотвратить сегодня проще, чем грипп. А при правильном сопровождении гриппа, этой опасной вирусной инфекции, он становится как ягненок, безопаснее банального ОРЗ. И вне зависимости от пола, вас перестанут беспокоить то простатит, то мастопатия, то снижение потенции, то бесплодие или ПМС. Вас перестанет артрит или артроз, вы их укротите. Вас не будет интересовать, нужно снижать или повышать вес. Вы будете правильно его контролировать. Гастрит, бронхит тоже будут укращены. А жировой гепатоз это сегодня камень преткновения. На нем развивается так называемый метаболический синдром или по-другому называют смертельный квартет. А этот смертельный квартет уносит сегодня через сердечно-сосудистые заболевания 50-60% жизни. И вы узнаете, как правильно использовать соду, уксус, соль, семена льна, тыквы, расторопший, кунжута. Как поддерживать кислотно-щелочное равновесие на нужном для вас уровне. Что такое ощелачивающие и закисляющие продукты питания. Что такое режим такой. Вот. И вы будете контролировать все эти процессы. Потому что 60% людей это проблемы сердца и сосудов. 20% это онкология, которую нужно, можно предупредить и правильно лечить. Тогда вы выходите из нее. Вы будете готовы к любым инфекциям или интоксикациям. Иметь высокое качество жизни и высокую ее продолжительность. Я хочу это закончить видео словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И до встречи на моем канале.